Село Безыменное рядом с Новоазовском. Это место в момент начала операции уже находилось под контролем сил ДНР, но здесь шли бои, теперь организован пункт приема беженцев. Уже происходит раздача, обмен валюты с гривны на рубль. Людей кормят, размещают, кто-то останавливается у родственников, кто-то в Новоазовске. Но, к огромному сожалению, людей непосредственно из Мариуполя крайне мало. И сейчас появилась информация, что люди в основном выходят по ночам, потому что националисты препятствуют выходу из города в дневное время суток, препятствуют движению по гуманитарным коридорам. Их обстреливают, где-то заминированы мосты. В сети можно найти видео, как бойцы того же батальона «Азов», печально известного, призывают людей не выходить из города. Говорят, будто их обстреливают вооруженные силы Российской Федерации, хотя всем понятно, что это последнее, что нужно сейчас России. И вот те, кто все-таки выбираются, они выбираются поодиночке, подвергаются обстрелам, огромному риску, и делают это в основном в темное время суток. Вот недавно мы снимали семью из трех человек, которая выходила 8 часов из окружения. Вчера случайно совершенно вышел дедушка 80 лет. Кто-то находится в больнице, еще молодая пара. В общем, ситуация ужасная. Из города слышна постоянная стрельба. И вообще это печально и бесчеловечно. Очень надеемся, что скоро завершится.